В экологической библиотеке прошло одно из ключевых мероприятий проекта «Разноцветная Арктика», который поддержан компанией «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Добро пожаловать в Арктику! Таким приветствием встречали детвору в экологической библиотеке. Для гостей была подготовлена насыщенная программа, включавшая в себя открытие новой игровой зоны и посвященную арктическому региону презентацию. Презентация электронная, предоставленная для детей с целью, чтобы они расширили, углубили свои знания, познакомились с Арктикой поближе. Потом мы будем презентовать свою новую творческую выставку-инсталляцию. Добро пожаловать в Арктику. Это зона живого уголка, зона творческих мастерских, музея экологического творчества. И, конечно же, новая творческая игровая площадка, где дети могут принимать участие на наших конкурсах, проектах, просто посещать библиотеку. Это новая зона нашей библиотеки открывается сегодня. В новой зоне представлены фотографии обитателей Арктики, а в Музее экологического творчества можно увидеть их фигурки, созданные ребятами на мастер-классах, которые также прошли в рамках проекта «Разноцветная Арктика». В этой же зоне сотрудники библиотеки с помощью современных световых материалов постарались создать свое северное сияние. Благодаря этому проекту ребята начинают всерьез интересоваться Арктикой. Я бы хотела отправиться в путешествие в Арктику, потому что хотела бы увидеть белого медведя вживую. Я бы хотела отправиться в Арктику, потому что узнать, живет ли розовая чайка в Арктике зимой. Впереди еще немало интересных событий. Двери экологической библиотеки открыты для всех, кто желает познакомиться с Арктикой.